секунду, я пизданул туда. Сам понимаю. Контракты, условия, да. What's up, guys? We came to Moscow City. A bunch of skyscrapers. Let's go. Пойдем туда. Я буду тебя тоже снимать, как ты здесь плавно, тоже там будет. Ты свой канал снимаешь. Ну, я рад, что ты выплатишь и пойдет быстрее. Благодаря мне. Потому что тоже. Пойдем туда, попиздуем или куда? Хорошо. Отъезда из России, мне здесь как минимум, мне кажется, 3-4 появилось новых. Да, я думаю, да. А те, что были, хотя бы доделали на места ли? Ава. Дай-ка я вот так буду идти с этой стороны. Направо, я если что, направо убираю, чтобы... Бетона, из бетонного стекла. А вот там есть один рыжий такой золотой. А, понял. Он из металла, из стекла. По-американски. А тут уже. Тут и ветра меньше как-то, да? Так раз зашли. Хотя нет. Как ветер. This is Moscow. Я тоже думаю, к мосту, да, Багратионовскому пойдем. Да. Ты видел, кто-то на вертолете вылетел, да? Я не увидел, я услышал, думаю, где-где, и проебухал. Какой ветер, а? Бля, и Росгвардия тут. Эти, так выступаете. Сейчас, дай мне 5 секундочек. Возьму только 30.
кадров надо медленнее, знаешь, переводить. Оно получается, скажем, как-то бьет по глазам. Адреналин. Большую часть видео снимаю на улице, ну, на крыше машины, я имею в виду. Нет, в Америке нормально 60, наоборот, надо, если в Америке, то 60. Одна рыжая такая, да, оранжевая. Вот как же тут особняком стоит. Обливается. Ветер видно. Но я снимаю, потому что по ней хорошо видно ветер. Конечно. А можно я тебе дам вступить и будешь снимать эту шубу? Ну, кубку такую. Что? Ну, кубка поверх надевается, микрофон. Не-не, я про то, что она шла, и у нее так волосы трепались на ветру. Я говорю, на нее снимаешь, и так хорошо видно, что сейчас ветрено. Вот снег, то есть вся башня, вот эта эволюция, где я работала, она про снег то ли купила, то ли арендует. Сейчас. Сейчас я ее сниму. Look at this drill bit. Эволюция называется. Evolution. This is our revolution. No, evolution. Evolution. Да, надо было упасть на затылок. Нет, в Чикаго выше, поэтому все в порядке. До сих пор какие-то. Ну да. Типа лошади едут. А я не услышал, а ну-ка. Сейчас приедет пизды давай. Эй, talk to baby. Да ебется. О, мост какой-то, да? Это есть Багратионовский? Да, когда подходишь, тут такая площадь, там уже дальше. По-моему, даже в Багратионовском можно спуститься.
Я хочу чисто вот пока еще светло. Оно, сам понимаешь, через 20 минут 30 уже и потемнеет. А она, когда темно, плохо снимает, прям отвратительно. С таким шумом. Ну да, этот Лахта-центр. Ты на камеру что-нибудь говори такое, знаешь, там, типа, ругай Шопенгауэра или там Ницше хотя бы. А подумали, что я вожусь с умными. Кто такая Ницше? Да. Модельерша. Смотровая площадка на крыше небоскреба, 92 этаж на сейчас. Угу. Сейчас я поставлю туда, я уже заебался нести. Его ставлю, сделаем статику минут на 5. Я штаны поправлю, реально сползают. Большие, они такие, знаешь, какие-то такие заваленные, смотрятся по-дурански. Но находишь какой-нибудь, ну, сориентирует человек, находишь какой-нибудь стол, делаешь его с полом. Один хотя бы сделал. Не вот такой, а вот такой. И уже по-другому все смотрится. Let's go, guys! Ты бы мог такое вести. Не, ну я больше говорю, но... Нормально. Пейте.
симпатичное это сверло, да? Сейчас я его отсюда. Последний раз отсюда вот так прикольно. Да, да, да. Ну ладно, посмотрим. Хорошие идеи. Там уже с той стороны. Пойдем. Куда? Мне казалось, куда? Бэттрип они делали. Про то, как кадры какого-то иностранного аэропорта сняли. Да-да-да, этот Александр Невский. Да, точно. Он приехал в Лос-Анджелес, за кого-то прилетел. Да. Не, ну он в Лос-Анджелесе, он в Голливуде. Мне кажется, между собой, ну вот режиссеры, актеры говорят, Сашка, какой? А, ну этот, этот дурачок. Убрали, да, тут вот эти были как в аэропорту? Ну, видишь, тут больше стало вот этих лавочек с фастфудом, со всеми делами. И если люди вот так вот будут транзитно ездить на них, то своего зарядного нет, да? То никто не будет Thank you.
Корабль большой, вертолет на площадке. Мне вот те домики. Сейчас посмотрим с берега. Оно тут искажает стекло, а плитка что-то играет, да, периодически. Как-то что-то. Ну это же коммершал, это знаешь такое, да, для. Ну плитка это, кстати, может она где-то. Ну так, играет, прям проваливается. Готовят люди по всей Москве, вот это вот, вот в офисе часто. Все у нас тоже ходят, покупают. Да, еда, она никуда не денется никогда. Поэтому. Нет, давай, да. Да, давай, наверное, сюда. Я подумал, я настолько крутой оператор, что я даже шапку надел. Ну, с камерой в руке, представляю, как там блевотная будет. Бжу. Ну. Не новачек, но пойдет. Проектировали они вот эту башню. Сейчас, секунду. Все поставлю.
Look at this view. This is beautiful. Франкфурт, ты знаешь, там пару небоскребов. Большой город. Да. Или на Рейне. Или на Рейне, я не помню. Да, тут эти. Thank you.
This bridge was built in 1995. Багратионовский бридж. Очень далеко вот эти очень маленькие. Да? Называется ленивый хуеплет.